Всем здорово, это новый ролик и вторая часть пути от нуля до финика. Напоминаю, что прошлая серия вышла аж 3 недели назад, за что извиняюсь и обещаю справиться. Ну а первая же серия появилась у тебя в правом верхнем углу. Если ты ее еще не смотрел, то переходи и смотри сначала первую серию, а потом уже вторую. Вот победитель на 51 тысячу вирт, но я хочу напомнить, что абсолютно в каждом ролике я разыграю ту сумму, которую вы определите сами. А именно один лайк будет равняться 1000 вирт абсолютно на любом сервере Amazing RP. Но чтобы принять участие, тебе нужно, первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк на этот ролик, ну и третье, написать любой комментарий. Также хочу вам напомнить, что игра, снимая я на Amazing RP Silver, это 5-й сервер. Если хочешь начать играть вместе со мной, то это легко сделать. Переходишь через описание на сайт сервера, качаешь и устанавливаешь лаунчер, выбираешь любой из 5 понравившихся тебе серверов и, зайдя на сервер, пишешь с вашей мейн 7 пункт промокод, указать друга ютубера и туда пишешь большими буквами черный. Этот промокод даст тебе в общем 450 тысяч верт. Ну и конечно же ты можешь подписаться на мой канал и поставить лайк. Иду я до отметки в 5000 подписчиков и осталось немного. Ну остановились мы на сумме в 712 тысяч вирт, и я предлагаю продолжить наш путь. Первым делом после захода на сервер я забираю все доступные призы, которые хоть как-то связаны с виртами, а именно забираю сами вирты и машины. Их я выбивал с бесплатных рулеток и небольшую часть с ивента. И как я понимаю, он меня очень сильно бустанул. Из призов у меня есть 67 тысяч вирт, 72 тысячи вирт, 168 тысяч вирт. Но и забрав 3 вот эти суммы, у меня на руках стукнуло ровно 1 миллион. Забираю Renault Logan, за ним же Волгу, ну и 2 Фиата. Проверяю еще раз, чтобы я ничего не забыл. Ну и после чего иду к своему дому, чтобы отправить все эти машины в порт. Первый автомобиль, который отправится в порт, это Renault Logan. По приезду прописываю команду селкара и сливаю данный автомобиль в порт за 170 тысяч вирт. Затем беру фиат и отправляю его туда же за 12 тысяч. Ну и второй фиат отправляется туда же. Ну а взяв Волгу, я чё-то перехотел ее продавать, ведь ее госстоимость составляет 32 тысячи. И в порт я ее смогу отправить за 27 тысяч. Поэтому я решил ее оставить, чтобы, так сказать, на ней передвигаться и выезжать на различные дела. После разбора призов я отправился к ежедневным квестам, которые меня, честно говоря, разочаровали. Чтобы выполнить все ежедневные задания, мне нужно отвезти купленный металл на завод, отвезти купленное дерево на завод, приобрести одежду в магазине одежды, купить 5 абонентов в спортзал, ну и третье, сделать 3 рейса в транспортной компании. Приехав на работу развозчиков, я первым делом снял заработанные деньги с продажи автомобилей, а именно 195 тысяч. В руках у меня имеется 1 миллион 210 тысяч вирт, и я отправляюсь выполнять второй квест с развозчиком дерева. Для выполнения квеста моя задача загрузиться у лесопилки деревом, затем привезти это все дерево на завод. По итогу на руках у меня становится 1 миллион 314 тысяч вирт. И у меня пропало желание проходить ежедневные квесты. К счастью, у меня имеется неплохой скилл на рыбака, и поэтому я беру в аренду фуру, а именно Renault T. Закупаюсь удочкой, наживкой и отправляюсь ловить саму рыбу. Начал я работать 20-20 по своему времени, ну и конечно же накидываю рюкзак, для того, чтобы вмещалось 150 кг рыбы. Спустя 18 минут у меня заканчивается наживка, ну и фуре уже становится 602 кг рыбы. Докидываю еще 24 кг и отправляюсь в рыболовный магазин, для того, чтобы закупиться еще наживкой. После закупа наживки в зоне остается 900 кг рыбы. Ну и понятное дело, я сажусь опять же рыбачить. Время я выбрал неудачное, ведь конкурентов у меня было куча. Спустя 5 минут я складываюсь и отправляюсь на рынок, для того, чтобы продать саму рыбу. В итоге я проработал 30 минут, а если считать чистыми, то приблизительно я потратил 20 минут своего времени. Ну и смог я наловить за это время 1100 кг рыбы. Продаю всю эту рыбу и получаю сверхом на свой баланс 300 тысяч вирт. Сразу скажу, что рыбачил я на 50-м скилле рыбака с максимальной удочкой и удачливостью. По итогу на моем кармане сумму 712 тысяч мне удалось увеличить до 1 миллиона 619 тысяч вирт. А это 46% из 100. Нашей цели. Я считаю, что мы двигаемся достойно и уверенно. И спустя серии 2-3 наша цель будет достигнута. А я напоминаю, что суть данной рубрики — достигнуть цель и в конечном итоге разыграть ее среди вас. Ну а машину можно будет, понятное дело, забрать на любом сервере Amazing RP. Поэтому ставьте лайк на эту рубрику, чтобы она продолжалась. Ведь хорошая активность под роликами — это мотивация делать для вас больше. Ну и конечно, можете подписаться на канал, ну и переходить в мою группу и участвуйте в конкурсе. Скоро увидимся. Без тебя же.